В смысле, блядь, вам сложно представить себя, ну, типа, как я представляюсь? Привет, отец, можешь поздравить моего друга с днюха, Илья Воробьев? Илюха, Воробьев, с днем рождения тебя. Чатик, быстро поздравьте, здр, пропишите, вы ж ебать поздравляете там, охуительно. Здр, 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 смотрите. Смотри, Илюха, это все ради тебя, принимай поздравления, ля. Ебашут, так поздравления. Вот ты где-то видел такие от чистого сердца поздравления? Смотри. Смотри, какие слова тебе пишут, Илюха. Ёбаный рот твой. Я хуею. Еще и кента ты нашел. Анальный сомелье подписался. Одобряю вашу дружбу максимально. Вам сложно представить себя другим людям? Ну, типа, захожу и представляюсь я другим? Нет, конечно. Вам сложно представить себя другим людям. Полностью не согласен. Мне очень легко. Вы очень часто так погружаетесь в свои мысли, что не замечаете и забываете об окружающих вас людях. Да. Да. Вообще, иногда настолько, настолько ебашу, что... Так, шо, Ярик, подожди. Три часа. Шо, Ярик, три часа. Три часа идут пацанки? Ты что, ебанутый? Того рот, в самое сердечко. Согласен. Вы стараетесь по возможности сразу же ответить на все электронные письма и не можете выдержать беспорядок в папке входящие. Нет. Того рот, ебать, у меня миллиард всякой хуйни. Не согласен. Вам легко оставаться уравновешенным и сконцентрированным даже в напряженной обстановке. Смотря какая обстановка. Есть базовые инстинкты, да, которые не наебешь. Ну, то есть, допустим, безопасность. Что касается безопасности моей мамули, да, родных, близких мне людей. А если обстановка, допустим, тревожная, та же война, да, в Донецке, когда прилетает и ебашилово просто месиво нахуй, прям по центру города, сложно остаться уравновешенным и сконцентрированным. Но это факт. А если просто по мелочам меня доебают, то, в принципе, это... Приветствую из Минска. Деньги Альбине или гаражику на зубы? Гаражику на зубы, да? Охуеть. Лучше своей маме и скажи ей, что она лучшая, что воспитала тебя. Блять, спасибо, брат. Прямо от души. Спасибо огромное. А, ебашу также тебя в десна. В усики. Ты ж таракан, поэтому прям в усики. Там запикивают все, даже обычные маты. О, все, значит смотрим. Хорошо. Ярик, ссылку в ТГ. Кинь мне вот эту хуйню. Вот это, что ты только что видел, три часа. Так, вам легко оставаться уравновешенным, сконцентрированным, даже напряженным. Ну, здесь средина. Здесь, смотря какую ситуацию, вы поняли, да? Вы, как правило, не начинаете разговор. Блять, опять же, смотря в какую ситуацию. Если мне нужно, блять, с человеком поговорить, я начинаю. Если мне нахуй не надо, нет. Но, как правило, я начну. Не согласен. Ну, типа, что-то среднее, вот так вот. Я начинаю, да, вы нормально. Вы редко делаете что-то из чистого любопытства. Не согласен. Я из чистого любопытства делаю всю хуйню всегда. О, а что это за хуйня? И полез. Куда полез, блядь? В ебеня, в джунгли, в какие-то, блядь. Погнали, следующий. Вам кажется, что вы в чем-то превосходите других людей. Ебать! Да, нахуй, да. Да, можно три раза нажать. Я такой ЧСВ, вы просто охуеете. Я нахуй... Ну, опять же, это не то, что я там людей в хуй не ставлю, нет. Но у меня просто иногда... А у вас такого нет? Вот отвечаю, у вас нет такой хуйни? Вам иногда кажется, что, сука, меня окружают долбоебы. У вас нет такого? Одно из двух, либо я гениален, либо вокруг долбоебы. Разве нет такого? Да, конечно, есть, у всех есть. Быть организованным для вас более важно, чем уметь приспособиться. А есть некий нерушимый свод правил, да? И понятий у меня, которых я придерживаюсь. Должно быть так и не иначе. Есть такое. Но приспособиться я тоже как бы могу. Ну, скорее не согласен. Вот так вот, да. Вы очень целеустремленный и энергичный человек. Согласен полностью. Для вас важнее убедиться в том, что никто не огорчился, чем выиграть спор. Нихуя, не согласен. Мне важно доказать, что он черт засатый, и нагнуть его прям по полной.
Очень часто вы чувствуете, что вам необходимо оправдываться перед другими людьми. Не согласен. Поебать абсолютно. На то и есть моя жизнь. Пусть они лезут в свою, а я в своей разберусь как-нибудь. Ваш дом и ваше рабочее место очень аккуратные. Ну, не прям до, вот знаете, перфекционизма ебаного, что плинка протер там, знаешь. Ой, блядь, ой, да нет. Но чистенько у меня, да. Ну, короче, я не черт зассатый, блядь, какой-то. А ваш дом, да, согласен. Вы не против того, чтобы быть в центре внимания? Ну, это льстит, это приятно, да. Но мне, опять же, мне приятно не только, допустим, как вот вы, там, блядь, отец, спасибо, ты, ебать, там, ты меня заменил отца, ты красавец, ты легенда. Это ебейше приятно, честно. Ну и когда старый хуесос, как дела? Это тоже приятно, понимаете? Ну, то есть, момент свободного общения, это всегда приятно. Менять название с беременной на пацанок? Да, меняй, что хочешь, Ярик, ты... Иди нахуй только, отъебись. Мы здесь разговариваем обо мне великом. Рассказывает, сука. Вот эта вот челядь, блядь, влезает нахуй в разговор, блядь. Нахуй разговаривают серьезные люди, блядь. С чатом общаемся, с серьезными людьми. Влазит, давно сука. Давно уже тебя не смотрел. Привет из Львова и военного из НГУ. Удачного стрима. Братец, тебе тоже огромный привет. Все будет заебись. Я уверяю тебя. Все будет заебись. Главное, чтобы родные и близкие были здоровы. Так что, брателло, Львову тоже огромный привет. Город красивенный. Вы не против того? Да ну, блять. Ну, что-то между вот этим. Ну, конечно, блять, приятно. Да, согласен. Вы считаете себя больше практичным, чем креативным? Нет, больше креативным. Не согласен абсолютно. А люди редко могут вас огорчить. Смотря какие, есть категория прям очень приближенных, но прям близких людей. А тогда да, вот они могут огорчить. А просто человек нет. Я настолько высокомерное хуйло и настолько с развитым эгоцентризмом, не скажу эгоизмом, именно эгоцентризмом, что я иногда, ну, даже не обращаю внимания. Люди редко могут вас огорчить, согласен, но прям редко. Ваши планы путешествий, как правило, продуманы до мелочей. Конечно, нахуй. Я могу сегодня встать и сказать, мне напишет директриса Тенлин, у тебя завтра выходной, и я уебал куда-нибудь в другой город. Нет, у меня нихуя не продумано до мелочей. Просто есть WeChat, он оплатил какой-то отель, блядь, и все, и уебал куда-то. А, не согласен. Вам зачастую сложно поставить себя на место другого человека. А нет, вот эту хуйню постоянно делаю. Ну, а как бы я посмотрел его глазами? Поняли? Ну, то есть, у меня всегда есть, две сторонки, да, медали. Я никогда не придерживаюсь одной и той же точки зрения, которую мне навязывают и твердят. Ну, то есть, вот, смотри, вот так, вот так, вот так, вот так, нихуя. Я изучу альтернативу, поняли? И вам тоже рекомендую это делать, ребятки. Потому как не бывает одной правды, запомните. Не бывает. Нет, это не про эмоцию эмпатии. Нет. Это поставить себе на место, допустим, ну, в переживании или в какой-то проблеме. Нет, это не эмпатия. Ну, больше не согласен. Вот так вот, где-то посрединочке. Ваше настроение часто меняется. Нет. Благодаря, допустим, ну, тому же дневному транквилизатору, да, бензодиазепинам, ну, там, и более легким, нормально. У меня настроение всегда хорошее. Ну, то есть у меня прекрасная работа, я прихожу, радуюсь. У меня жизнь, блядь, налажена. Все хорошо. У меня прекрасная, блядь, любящая семья. Ну, друзья меня окружают замечательно. У меня прекрасно подобраны транквилизаторы. Поэтому жизнь прекрасна. Ваше настроение часто меняется. Да, блядь, оно у всех меняется. Ну, вот так вот где-то. Не то, что прям часто я... А, ёбаные уроды, я вас так люблю. Нет, такой хуйни у меня нету. Но периодически, ну там, грустинка нападает, да и хуй с ним, нападает. Полежу, блядь, повтыкаю. Ну, передерну хуй. На лакшери дерн. Просто за счастье, блядь. А, вот так вот где-то серединка. Дальше.
Музон выруби. А что? Вам мешает музыка или что? Мешает музыка, братва, или норм? А, все, извини. А что я извиняюсь? Это мне надо... Давайте пошлем лучше того долбоеба нахуй, который кричит. Музон выруби. Иди нахуй, понял? Быстро, чат, все отписались ему. Вот так, вот так. Иди, да, нахуй. Во время дискуссии правда должна быть важнее чувств других людей. Да. Да, да, да. Опять же, есть ложь во имя спасения. Ребят, что касается, допустим, вот очень близких мне людей, моя мама, да? Я могу ей солгать во имя ее сохранения, ее, ментального там и нервного здоровья, психологического, поняли? Я могу ей соврать только ради спасения. Это ложь во имя спасения. То есть, сын, ты правда употреблял жестко? Я скажу, мамочка, нет. Ну, максимум, что там, ну, покуривали она что, да? Ну, вот что я ей говорил. Но сказать правду, это было бы, ну, просто ударом для нее. Вы понимаете, да? Ну, типа, понятно, что это ложь, блядь. И говорят, лучше горькая правда. Нихуя, ребятки. Все настолько индивидуально и зависит от ситуации, что правда должна быть важнее чувств. Но вообще, да. Ну, вообще, типа, да. Кому бы что не нравилось, я настолько прямолинейное хуйло, что если он... Посмотри, я снял новый ТикТок. Посмотри, как я танцую. Я смотрю этот ТикТок и говорю, брат, ты такая ёбань. Я видел и видел ёбань, но ты занял гран-при среди ёбаней. Твоё танцевальные характеристики, блядь, хуйня. Актерские данные, хуйня. У тебя, да пожалуй, ты хуйня. Вот так вот. Так. Шеф звонит. А какой шеф? И кому звонит? Возьми трубку, шеф звонит. Взять где, блядь, трубку? На Твиче. Братишкин звонит на Твиче. Хорошо. Как на Твиче, нахуй, взять трубку? Твич. Сейчас зайдем. Твич. Уведомление. Братишкин приглашает присоединиться к трансляции в качестве гостя. Вестар пока не поддерживается в вашем браузере. Пожалуйста, воспользуйтесь Chrome. Хорошо. Воспользуемся Chrome. Я человек, ебать, простой. Хром так хром. Вы редко переживаете относительно того, какое влияние могут оказать ваши действия на других людей. Слушайте, нет, не переживаю, потому как я знаю, что я, в принципе, не лучший пример для подражания, вы-то понимаете, да? Ну, исходя из там каких-то соображений цензуры, да, либо там каких-то эстетических, этических, да, составляющих. Но я правильный по понятиям, пацан. Поэтому, ребятки, если кто-то говорит, что я оказываю на него влияние, и он старается там как-то... А, музончик включи, сейчас, секунду. И он старается как-то подражать, то лучше подражать мне, чем какому-нибудь гандону, блядь. Ну, вот это правда, это так и есть. А переживаю ли я по этому поводу, какое я влияние оказываю? Нет. Ну, честно, нет. Не согласен. Потому что я знаю, что влияние мое никогда не научит какой-то вот хуйне, знаете, типа, фу, там вот знаете, как ведут себя как черти. Ну, типа, ударить женщину. Ну, есть какая-то, там, не знаю, поднять руку там на мать, там, оскорбить там какого-то пожилого человека, либо, ну, вы поняли, да? Для меня это уже не люди. Это не люди, это черти. Они стали, ну, просто уже чертьми, блядь. Поэтому научу ли я плохому? Скорее всего, нет. Но плохому научу ли я пиздеть? Да. Научу ужасно пиздеть.
прям сквернословить так, что у вас будет аж вылетать, аж кресты будут переворачиваться, знаете, в церквях, когда вы будете заходить. Вот это нездоровая хуйня. Так, ваш стиль работы можно скорее характеризовать как беспорядочные всплески энергии, а не методичная и организованная деятельность. Нет. Стиль работы – это методичная и организованная деятельность. Не согласен. А, я неправильно нажал. Да, вы редко переживаете? Да. Согласен, да, я редко переживаю. Редко. Все, простите. Не согласен. У меня, ну, что касается школы, это прям методичная и организованная деятельность. Вы часто завидуете другим? Иногда накрывает ли меня вот такая хуйня, что... Ну вот, допустим, посмотрите на меня, да? Те люди, которые хорошо меня и долго уже знают, а некоторые из вас и здесь есть. Они знают, что я за человек. Ну, то есть, характеризовать себя как доброго, честного, человека, на которого можно положиться, открытого. И вообще, ну, просто, блядь, с чувством юмора, да, там, с ебейшей какой-то харизмой, это факт. Но вот иногда, смотря на каких-то людей, которые достигли чего-то очень-очень большего, но я понимаю, что он хуйня ебаная. Я даже не могу по-другому охарактеризовать, чтобы не обидеть. А я уже обидел, да? Он хуйня. Мне становится иногда... Ну, вот как-то... Самое сердечко, нахуй. Ну, типа, не то, что обидно, а думаю, блядь, несправедливость. Поняли? Но завидую ли я? Нет, это просто стимул дальше ебашить. С еще большими усилиями. Поэтому вы часто завидуете. Ну, вот из-за этого момента полностью не согласен не будет. Вот где-то вот здесь вот. Вот так, да. Интересная книга или видеоигра зачастую намного лучше для вас, чем светское мероприятие. Ну, видеоигра, с меня такой игрок, блядь. Книга. Нет. Но где-то провести время с кем-нибудь, с кем мне приятно и прям вот комфортно посидеть и пообщаться, лучше, чем какое-то там мероприятие, где какая-то туса, движ. Ну, я уже старый для этой хуйни. Поэтому здесь я... Ну, здесь нет ответа. Просто средина. Хотя где-то ближе вот к этому. Да. Возможность разработать план, исследовать ему – самая важная часть любого проекта. Нет. Нет, нет, нет. Импровизация. Она и фарт. Вот знаете, нужно в нужном месте оказаться в нужное время. Поэтому какой бы план ты ни выстроил, да, и четко следовал, план может идти по пизде, потому что это жизнь, ребятки. А жизнь иногда рушит все твои планы к ебине. Поэтому больше... Вот здесь где-то. Следующий. Вы редко увлекаетесь фантазиями и идеями. Да не, частенько. Ну прям, ну какие-то идейки, какие-то мысли, фантазируя какой-то хуйне. Поэтому, ну не прям чтобы постоянно, но где-то вот здесь опять же, да. Гуляя на природе, вы часто погружаете свои мысли. Да, постоянно. Полностью, да. Если кто-то быстро не ответил на ваше электронное письмо, вы начинаете переживать, не сказали ли вы что-то неправильно. Нет, полностью не согласен. Вообще похую. Пусть человек расценивает как хочет. Как родитель, вы больше хотели бы видеть своего ребенка добрым, чем умным? Нет. Умным. Не согласен. Потому что из-за его доброты ему также всунут нахуй в спину ножей в GTA 5 RP, естественно. И сядут прям на голову и свесят нахуй ноги. Доброта сейчас не в моде. А вот возможность выебать всех в плане не физическом, а вот здесь, ментальном, вот это ценится. Вы не позволяете другим людям оказать на ваши действия какое-либо влияние. Опять же, все зависит от людей. Очень близкий круг людей, родные и близких. Это да.
но кто-то может ли на меня оказать какое-то влияние? Хотя может, если одел там новый какой-то костюм, да, ну там классно, и, блядь, просто машина, блядь, брызнула там где-то на дороге. Да, естественно, у меня испортится настроение. Поэтому оказал ли он на меня влияние? Да, оказал. Ну, короче, это, блядь, можно как-то более уточнять, конкретизировать эти вопросы. Что за долбоёб составлял это? Долбоёб, который составлял, свяжитесь со мной, я тебе более, ну, как-то подкорректирую, может, что-то. Или иди нахуй, короче. Вы не позволяете другим людям, но больше согласен, да. Ваши мысли, как правило, сосредоточены на реальном мире и его событиям. Да, полностью согласен. Да. Для вас не занимает много времени влиться в коллектив в новом рабочем месте. Согласен. Вообще похуй. Моментально. Вы больше естественный импровизатор, чем осторожный планировщик. Полностью согласен. Ваши эмоции контролируют вас больше, чем вы их. Скорее нет. Где-то вот здесь. Ну, я часто отдаю себе отчет. Иногда прям взрываюсь, да, бывает. Но даже вот здесь. Ну, чаще всего я прям контролирую эмоции. Вам нравится ходить на светские мероприятия, которые связаны со сменой нарядов и ролевыми играми. Нихуя. Со сменой нарядов это, ну, вот типа тамада, знаете, где-то на свадьбе. А давайте сейчас мужчины переоденутся в женщин и... Нет, я ненавижу эту хуйню. Я бы прям взял бы в ладошку оливье и уебал бы этой тамаде в голову. Это в GTA 5 RP, видели миссия? Оливье берет, брат. Ну, там идут перестрелки, поняли? Тыч-тыч-тыч, банды на банды. Он берет оливье и ебашит голову. И сразу 4 звездочки, поняли? Вам нравится? Не согласен. Мне нихуя не нравится. Вы часто тратите свое время на изучение нереальных или непрактичных, но при этом очень интригующих идей. Да. Ну, не постоянно, но больше согласен, да. Пришла какая-то идея, все, я разъебу полностью нахуй. Но добьюсь какого-то результата. Вы скорее будете импровизировать, чем тратить время на разработку детального плана. Да, полностью. Вы относительно сдержанный и спокойный человек. Блять, скорее нет. Но не прям полностью, что я. Блять. Волосы вырвал у себя. Ну, как вырвал. Ну, то, что пооставалось, нахуй. Ну, где-то вот тут. Если бы у вас был свой бизнес, вам было очень сложно уволить преданного, но неэффективного сотрудника. Блять, изначально я бы родных, близких друзей не нанимал бы на работу. Ну, то есть, бизнес это бизнес, а семья это семья. Это нужно разделять эти два понятия. Потому что, ребята, деньги и какие-то несостыковки, несогласия в чем-то, да, противоречия, они разрушат нахуй все. Они разрушат все нахуй. Весь твой бизнес. Всю твою, блядь, дружеские... Короче, в пизду. Нет. Вам бы было сложно уволить. Не согласен. Нет, уволил бы нахуй. Вы часто размышляете относительно смысла человеческого существования. Да. Когда речь идет о принятии важных решений, для вас логика, как правило, важнее чувств. Да. Сохранение возможности выбора для вас важнее, чем наличие четкого списка дел. Да. Да, у меня всегда будет план А, Б, С, Д, Е, Ф, блядь. Если ваш друг чем-то огорчен, вы, скорее всего, эмоционально поддержите его, а не посоветуете, как решить проблему. Я и то сделаю. Я и дам несколько советов, которые, возможно, он прислушается, возможно, пошлет меня нахуй. Ну, как бы поступил я на его месте. Но и поддержу его. Поэтому я не знаю, что ответить. Тупо срединка. Следующий. Зачастую вы чувствуете себя в безопасности. Здесь да, согласен.
Вам не сложно устанавливать личный график и придерживаться его. Ну, больше согласен, да, в принципе не сложно. Быть правым более важно, чем уметь сотрудничать с людьми, когда речь идет о командной работе. Да, ибо сила в правде. Вы думаете, что мнение любого человека необходимо уважать, независимо от того, подтверждено оно фактами или нет? Полностью согласен. Полностью. Даже если он говорит, нахуй, не знаю. Сейчас он выйдет и скажет, президент Америки, там, не знаю, Лариса Долина. Я скажу, хорошо, брат. Хорошо, блядь. Лариса Долина, так Лариса Долина. Хуй с ней. Вы чувствуете себя более энергичным после времени, проведенного в группе людей. Да, заряжаюсь энергией людей, особенно если в близкой компании, там, кентов. Да, согласен. Вы часто теряете свои вещи? Нет. Нет, к деталям я внимателен. Не, ну где-то вот здесь. Ну, периодически бывает, что-то проебывается, но значит что-то незначительное. Что-то глобальное я никогда не терял. Вы считаете себя абсолютно эмоционально зрелым человеком. Абсолютно. Согласен. Ваш ум всегда переполнен неизведанными идеями и планами. Да. Вы не назвали бы себя мечтателем. Не согласен. Мечтаю. Вам, как правило, сложно расслабиться, когда вы выступаете перед публикой. Не согласен. Вообще похуй. Абсолютно. Хоть перед одним человеком, хоть перед... Сколько сейчас там, допустим? Ну, сколько нас есть? 1005 есть? Похуй. Хоть перед целым стадионом выступлю и 6. Вообще похуй. По большому счету вы больше доверяете своему опыту, чем воображению. Да. Вы очень переживаете относительно того, что думают о вас другие люди. Нет. Абсолютно нет. Даже вот случай, да, мы провели газ относительно недавно тоже, лет, наверное, 5 назад. Прикиньте, у нас газифицирована была улица, но тупо не было денег на очень было дорого провести газ, завести. Поняли, да? Врубиться в основную ветку, в газовую. И я дал деньги на этот газ, мы с мамой подключились, приехали ребята, установили батареи, да, повешали, поставили горелку. Ну, то есть все, что устанавливаем температуру, поняли, да? И мама говорит... Давай так, чтобы они приехали под вечер, чтобы люди не видели, знаешь, что у нас есть деньги, и мы установили газ. Знаете, что я на это сделал? Вот я клянусь, я сейчас клянусь. Я вышел на улицу, и на весь нахуй, на всю улицу я ору. Мы газ установили, нищие нахуй! Все слышат! Отвечаю, она сидела красная, она... Саша, остановись, пожалуйста. Я сосну лихуйца! Мы установили газ нахуй! Я отвечаю, я всегда делаю так, чтобы она, ой, а что скажут люди? Я говорю, мама, возьмут за щеку люди, возьмут за щеку, потому что единственная их радость, это вот так вот сидеть и пообсуждать там кого-то, а не просто брать и действовать. Я клянусь, я всегда буду так делать, я всегда буду раздражать тех, которые вот так вот, а вот у него там то. Ну и сиди, ройся в своем ебучем говне. А я буду жить жизнь. И рекомендую вам также делать. Следующий. Если в комнате много людей, вы держитесь ближе к стене, избегая центра. Не согласен. Мне вообще похуй, я в центре, сяду, наоборот, теплее там. Если еще на какого-то долбоеба опереться, можно вообще кайф поспать там пару минут. У вас есть привычка откладывать все на потом до тех пор, пока уже не хватает времени сделать. Да, да, до дедлайна нахуй, пока мне уже не говорят, пизда, ты шо дурак, я, о, точно. Вы очень переживаете в стрессовых ситуациях, смотря каких, неоднозначная хуйня. Но вообще больше да, но что касается, да, ну, что касается опять же близких людей, блять, ну да, мы же люди, мы же не роботы, конечно мы переживаем, посерединке где-то. Но не за всяких пустяков, что ебать сейчас, ой, что произошло, ой, что, блядь. Вы думаете, что нравится другим людям лучше, чем быть влиятельным человеком.
Ну, лучше прожить такую жизнь, когда в конце жизни скажут, блядь, он был нормальным пацаном, да. А можно быть очень-очень влиятельным, и мы все прекрасно знаем очень... Каждый из нас, в принципе, знает влиятельных людей, которые гандоны, блядь. Да все знают. У каждого есть такой человек в жизни, блядь. Поэтому лучше... Да, вот где-то посерединке, да. Вас всегда интересовали нетрадиционные и многозначные вещи, например, в никах, искусстве и кинематографе. Блять, ну что-нибудь среднее, типа... Типа вот здесь, да, больше согласен. Вы часто берете инициативу в свои руки и в ситуациях социального взаимодействия, да. Ваш тип личности полемист. ENTPA. Разум 83%. Экстраверт на 83%. Энергия 73%. Интуитивные. Натура, логика на 71%. Тактика, ищущие и планирующие. Да. Идентичность 79%. Уверенные в себе. Личность полемист. Следуйте по пути небезопасному, пути независимого мыслителя. Подвергаете ваши идеи опасности, критике. Высказывайте свои мысли и менее бойтесь прослыть чокнутым, чем получить клеймо конформизма. Конформизма? Что такое конформизм? Может, давай без воебонов этих, сука, полудурки? Напишите клеймо чего, блядь? Конформизма, блядь. Ле конформизма. А по вопросам, которые представляются важными для вас, вставайте и заставляйте считаться с вашим мнением. Так, это мне что, какое-то наставление кто-то дает? Иди нахуй со своими наставлениями. Полемист, величайший адвокат дьявола, который успешно разрушает все аргументы и мнения на мелкие составляющие, пуская их по ветру. Спасибо, брат, за подписку. Полемисты делают это все потому, что пытаются достичь какой-то стратегической задачи или глубинной цели. А просто для удовольствия, да? Никто так не обожает процесс ментального поединка, как полемисты. Да! Обожаю полемику, нахуй. Поскольку это дает возможность потренировать свой исключительно острый ум, широкую базу познаний и способность объединять разрастенные идеи в доказательство своей правоты. Да, ну короче, все. Все читать не будем, все, естественно, понятно, блядь. Ближе, да, да, да. Ну, если отвечали честно, тогда, скорее всего, да. Какой сайт? 16personalities.com. 16 personalities. Your bunny wrote. Как тебе тестик? Не знаю, но если вывод расширенный прочесть, тогда, наверное, что-нибудь может даже почерпну. А так я ебал читать. Ты что, гонишь, ля тут нахуй? 800 тысяч букв, блять. У меня нет на это времени. Потому что мы смотрим, что...